Знаете, что меня удивляет? Что многие итальянцы летом носят ботинки, брюки, рубашку и сверху еще пиджак. И пусть на улице под 40, зато он выходит красы. Здесь много брендовых магазинов, и мы сейчас направляемся прямо по этой улице, дойдем до площади Испании и популярной испанской лестницы. Мы сейчас заходили в магазин Rolex, и они его закрывают на ключ. Просто так туда не зайдешь. Вы заходите, после вас на ключ закрывают. Хотите выйти, они вам открывают. Здесь, получается, все самые дорогие бренды. Магазин Эрме. Здесь Джимми Чу. И до лестницы остается совсем немного. Светик, расскажи, почему тебя сейчас, вот именно в Италии, не интересует шопинг, в смысле, какую-то одежду купить? Слушай, я не знаю. Какая-то болезнь началась. Да потому что у меня все есть. Человек, который составил список, купил практически все, что есть, и все, как бы закрыло дыру. Больше мне особо ничего не надо, кроме одной вещицы, конечно же, моей мечты. Одежда нас не интересует, но Света ничего не говорила про аксессуары, так что будем смотреть сейчас. Как вам эти очки? Луи Виттон. Легкие такие, приятные. Цены нет, бесценные. Мне очень нравятся у них ремешки, красивые. Мне вот нравится вот такая модель, вот такая, очень красивая. Странно то, что нет ценников нигде. Это первая страна, где нет ценников в Louis Vuitton. Везде есть. Были Louis Vuitton, но мне как-то уже там пока ничего не надо. Смотрела ремень, я хотела ремень, конечно, купить, там один мне очень нравится, но его там не было. Ну и все, на этом все закончилось. Хочу зайти в Cartier. Светик себе выбрал часы. Сейчас примеряем. I think it's okay, yeah? Perfect. Perfect. Very good. Congratulations. Thank you. So beautiful. Yeah, so shiny. It's really nice. And now I'm going to prepare the box and the certificate of guarantee. Okay, thank you. Это подарок мне на годовщину свадьбы от Саши. И я выбрала Cartier Tank вот такого размера. С синей стрелкой и римскими цифрами. Мы же в Риме. Yes, I want to wear now. Okay, okay, very good. Какая коробка, ребята. I'm going to take the watch. Mm-hmm. Remember the link here inside. Yes. Huh? It's Italian time, eh? Mm-hmm. 3:10. Mm-hmm. У меня мурашки. Руки. Okay, so wow. Really nice. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. So beautiful watch. Good choice. А, посмотрите, у нее такие же. Same. Because we are the same. Ну, в общем, все. У меня теперь есть Cartier. Мои первые супер классные часы. У меня мурашки не сходят с рук. Я вообще не думала, что получу их сегодня. У меня были на них планы к 30-летию, там, понимаете? А Саша говорит, ну, померяй. А не было их на витрине, потом принесли. И я держу их, короче, в руках и понимаю, что они мне очень нравятся. Я просто в восторге. Я их в Москве еще мерила, они мне очень понравились. И Саша говорит, давай их возьмем. Я хочу тебе подарить на годовщину. Наша чугунная свадьба. Вот я получила металл. И я безумно счастлива. Вот такой пакет дали. Там коробка, все документы. Проверила паспорт, как они заполнили. Потому что когда Gucci брали ремень, там ошибку в моем паспорте сделали. И вот рефанд нам не дали. А здесь все хорошо. И очень приятная женщина. Мы, в общем, перепутали пин-код на карте. И с первого раза получилось оплатить. Она так, знаете, с юмором, с легкостью к этой ситуации отнеслась. Приятная такая. Вот. Так что у меня теперь есть часы Cartier. Ох, как они сияют, боже. Глаз аж слепят. Напишите, о каких часах мечтаете вы.
Эльфрем. И все-таки наши мужчины самые щедрые. Скажите же, я много знаю девушек, чьи мужья радуют их дорогими подарками даже спустя там 10-15 лет. И это очень здорово. Не просто, знаете, когда начинаешь встречаться, задариваешь, а потом вот. А здесь наоборот, я так рада. Ну, правда, ребят, я очень их хотела. Мне нравится строгость Cartier, вот эта лаконичность, ничего лишнего. Такая, знаете, серьезность. Мне это сейчас очень близко к душе. И мы сейчас пришли на площадь Испании. Смотрите, друзья, та самая популярная лестница, на которой сейчас нельзя сидеть. Да, на ней запретили сидеть, но можно по ней походить. Да, я тебя поцелую в таком знаковом месте. Да, поцелуемся. Знаете, мы когда целуемся на видео, я думаю, это как из романтического фильма. На самом деле мы как две утки. А пойдем пройдемся по лестнице, ведь это лестница, просто каждый блогер обязан здесь побывать. Всех выгоняют, если ты садишься. Прям даже минуты не дают посидеть. Идет дедушка и всех гонит. Но гулять не запрещено. Давайте поднимемся по ней. Какое бы видео мы ни смотрели про Италию, все обязательно сюда приходят показать. Вот, я на этой испанской лестнице. Но на самом деле ничего такого в ней нет. Ну да, на самом деле, если бы я мимо проходила, я бы даже не поняла. Потому что лестниц в Риме красивых очень много. И на меня большее впечатление производят храмы, церкви, Колизей и фонтаны. Когда я подхожу к фонтану в Риме, я хочу в нем искупаться. У меня в жизни такого не было, чтобы я хотела залезть в фонтан. Ни в одном городе. А тут я просто готова рвать на себе одежду и туда залезть. Хотя штраф 1000 евро. Но мне прям там хочется, так жарко, а от него веет свежестью, вот этой энергетикой бурной. Я прям, наверное, залезу. Саша говорит, да мы ладно, оштрафуют, зато какой видос получится. Ну да, друзья, как думаете, может хайпануть и искупаться, ну а дать штраф, зато на видео какой будет контент? Нет, если ты залезешь в фонтан Бернини, то твое лицо в аэропорту, вот так будет перечеркнуто, крест. В Италию больше не пустят ни тебя, ни меня, ни наших детей. Но в любом случае это будет интересный опыт. Experience. К фонтану можно подойти, набрать воды. Из фонтанов, как ни странно, можно пить. Даже дети подходят с бутылками и набирают водичку. Многие нас предупреждали, то, что будет жарко. Летом в Италии жарище. Ну да, конечно, жарко, 36-38 градусов. Но мы после Таиланда привыкли к такой жаре. Ну и лично я переношу ее нормально. Вообще у меня здесь такое чувство, будто я в Доминикане. Вот когда едете на экскурсию про Колумба, все, что связано с ним, в его дом, по всем вот этим знаковым местам, на моя Колумба, вот очень похожая архитектура. Все вот эти надписи, очень похожие, вот знаете, на печать Колумба. Вот есть здесь, да, что-то от него? Виды, конечно, просто завораживают. Посмотрите, как красиво. В общем, какой развод. Ходит человек и всем девушкам дает цветы. Вот такие розы. Говорит, ты такая красивая, вот тебе розы и стоит. Ну, так, знаете, деньги вот хочет, и хочется, и колется, и стесняется, и надо. Ну, давайте я вас сфотографирую. Вот с розами. Мы так сфотографировались. Ну, дали мы ему 1 евро. И Саша говорит, отдай ему розы. Мы хотели отдать розы. Он такой, нет, нет, эти розы для тебя. Я не знаю, где он их откопал, но им явно уже не первый день. Мы сейчас гуляем недалеко от Испанской площади и хотим показать вам, какие цены в кафе. Да, здесь, конечно, подороже. Лазанья 14 евро, всякая паста 12-13, пицца 9,50 минимум, есть и за 14. Но, вот смотрите, в принципе, подъемные цены, раз можно посидеть, на солнце не хотим, очень жарко. Зара в Риме занимает аж 4 этажа.
Целый торговый центр, как будто принадлежит Заре. Посмотрите, какой огромный выбор вещей. Ой, ну я сейчас так устала, что хочу где-нибудь посидеть, выпить апероль. Я уже который день это хочу. Сейчас не до примера. Мужские шорты получаются по 22 евро. Чиносы по 14 евро. Здесь есть еще шорты по 19,95. Рубашки, ну, практически 15 евро. Мужские пиджаки по 30 евро. Так что, мужчины, если захотите здесь отовариться, на последнем этаже хороший выбор. Примерку, огромная очередь. Добрая история. Сейчас я пошла в туалет. Там женщина говорит, 1 евро. Я такая, ну окей, у меня не было с собой денег. Я пришла, Саша говорит, у нас нет 1 евро, бери 20. Я взяла 20. Подхожу к ней, даю 20. Он такой, типа, ну типа, какая большая деньга, как, зачем ты будешь менять? Зовет мужика одного, который работает в кафе, говорит, иди сюда. Говорит, мадам хочет в туалет, короче, дай ей. Я думаю, что мне дать? Он говорит, пошли за мной. Я думаю, нет, они сейчас, наверное, предложат что-то купить, чтобы разменять деньги. А я уже заказала апероль в другом кафе. И он дает мне какой-то чек. И она прикладывает этот чек, говорит, проходи, бесплатно. Мне было очень приятно. Вот. Так что они молодцы. И нам тем временем принесли апероль. Здесь он 8 евро за большой стакан и 6 за стакан поменьше. Я об этом мечтаю уже несколько дней. И еще принесли всякие снеки, фисташки, орешки, жареная, похоже, кукуруза, что ли, и чипсы. Я вижу, что Сашин бокал еще не тронут, поэтому давай. Давай, за хороший отдых. За хороший. Это вкусно. Очень вкусно. Очень вкусно и очень алкогольно. Сейчас мы, Саша, с тобой наклюкаемся. Мы же выложили видео, как мы первый вечер пили домашнее вино. И мне зрители написали, ой, а Свет такая хорошенькая, по шафе прощается, уже глаза в разные стороны. Так и есть. Мне прям там конкретно дало. Вот, сейчас, наверное, будет то же самое. Но так жарко на улице, он такой холодненький. Друзья, если будете в Италии, то обязательно возьмите апероль, потому что здесь... Это нужно попробовать. Апероль в Италии. Мы еще здесь решили посидеть, потому что здесь работает кондиционер. На улице жарко, а здесь самый кайф. Вообще здесь и шопинг, и распродажи, и мы как будто сидим в старинном особняке. Вот посмотрите, какая крыша красивая. Апероль оказался очень крепким. Не знаю, как мы сейчас будем гулять. 16 евро. За обслуживание ничего не взяли. В общем, ребята хотели ничего не покупать, вот честное слово. Но зашли в Calvin Klein, такие скидки, что не смогли удержаться. Набрали, ну, в основном мне вещи, Свете только одно платье, все остальные мои вещи. Чиносы, черные джинсы, рубашка, трусы и Свете одно платье. И, кстати, там еще ремни. Мы сейчас зашли в Guess, где скидки 50% практически на все. Огромный выбор. Ну и мне кажется, нет смысла вообще ехать в аутлет и терять время, когда можно гулять прямо в Риме. Хорошие скидки и все размеры практически. Ну, много. Мы так нагулялись и решили посидеть на ступеньках базилики. Ой, находились сегодня опять. И вы посмотрите, как просто красиво на улице. Вот ты сидишь, вот в любом месте можно упасть, посидеть и полюбоваться просто городом. На крыше все. Зеленью заросло, играет музыка откуда-то издалека. Приятная атмосфера. Недалеко от Испанской площади, на улице, где все магазины брендовые, стоит вот такой незаметный храм. Мы зашли посмотреть, как здесь. Все внутри очень красиво, расписано золотом, но вот, к сожалению, прихожан нет. Вот смотрите, друзья, сколько людей в храме. Открывая дверь, выходим на улицу, и вы сейчас увидите, сколько людей на улице, но почему-то никто не заходит в храм. Зато в магазинах, в ресторанах толпы народу. А вот если мы развернемся и пройдем прямо, то дойдем прямо до Испанской площади.
многие нам говорили то, что, ну, в Италии, в Риме криминал просто зверствует. Нужно быть осторожным, аккуратным, чтобы вас не обворовали. Многие пишут, что действительно могут обворовать, особенно где-нибудь в метро. Но мы в метро пока не были, и с нами пока никаких инцидентов не случалось. На улице все спокойно, все гуляют, шопятся. Каких-то подозрительных типов мы, может, и встречали, но они к нам особо не приставали. Рождественский магазин Рима. Оригинальная продукция. Несмотря на то, что на дворе лето, в рождественском магазине есть люди, все покупают все. Елка. Кстати, на секундочку, мне показалось, что сейчас Рождество. Смотрите, украшения всякие, 13 евро. Песни рождественские, так странно. Мне кажется, просто люди заранее запасаются украшениями. Да, ведь такое не купишь зимой. А зимой, может, это дороже все. И такого не будет. А здесь вот из Италии таких гномов можно набрать. Не знаю, наш Дед Мороз мне нравится больше. Здесь развернулась интересная улочка. Мастера продают плоды своей работы, художники продают свои картины, какие-то поделки из Африки, причем они по-русски говорят, косички плетут, там был отдел всяких сумок, поделок, роботы какие-то. Ну, интересно пройтись, но не то место, куда специально ехать вечер провести. А здесь настоящий джин, смотрите, как он это делает. Ого, это прикольная штука. Вот я это реально. Я тебе говорила, что джин существует. Но я не верил, а теперь вот все срослось. Здесь, смотрите, продаются сумочки-поделки. И если мы пройдем сейчас дальше, то мы дойдем до популярного фонтана. А здесь местные повара открывают устрицы. Огромные магазины с сувенирами, магниты продаются. Можно посидеть в кафе. И вот, собственно, сам фонтан. Сейчас мы к нему подойдем уже во второй раз. В прошлый раз мы не успели бросить монетки, а сейчас хотим бросить. Ну, это Светик хочет бросить монетки. А я во все это дело не верю. Саша говорит, а что если бросить рубли? Я говорю, тогда поедешь домой. Вернешься в Россию. Ой, сколько здесь народу. Вот здесь постоянно столько людей. Смотрите. Это просто... Как будто вот здесь бесплатно мороженое раздают. Почему людей сюда так тянет? Неужели они все верят в то, что если они бросят монетку, то они сюда вернутся? Но это вот... Насколько наивно нужно быть человеком. Друзья, угадайте, что мы сейчас будем делать. Бросать монетки, чтобы вернуться в Рим. Правой рукой через левое плечо. Раз, два, три. У меня ушел. Ладно. Все, мы вернемся. За деньгами. Мне кажется, единственный, кто сюда обращается, это инкассаторские машины. Они бросают деньги каждый вечер, а чтобы завтра вернуться. Я думаю, нам надо поцеловаться. В таком месте целуйтесь. Я думаю, что за эти несколько дней мы хорошо прочувствовали Рим и посетили все самые важные места. И каждое место теперь вот здесь, навечно в моей памяти. Напротив фонтана есть магазины, в которых вы можете пошопиться. Вот такая кожаная обувь по 40-45 евро. Есть даже по 30 и 35 евро. Цены, в принципе, ну, такие невысокие. Но говорят, что качество достаточно хорошее. Мы зашли в магазинчик гастрономических удовольствий. И здесь вы можете съесть панини, а также взять домой сыры. Еще здесь вот прошутто висит. Вот так выглядит это вяленое мясо. Почем сыры? Вот, видимо, вот за такую головку 13 евро. Всякими разными начинками. Колбаса продается, вино. Ну и можно просто водички зайти купить. Ух ты, смотрите, такая
доска, сыр, маленький ножик для сыра. 17 евро. Вот смотри, маленькие бутылочки. По 3,5 евро в самолет можно набрать. Ну, кому это нужно? Здесь продаются свежие фрукты, арбуз, сыр. И, кстати, этот магазинчик прямо напротив фонтана. И здесь хозяйственные товары. Есть йогурты, вода, фрукты и средства для мытья. Играет на трубах. Это вот надо додуматься. Недалеко от Колизея мы нашли уютный ресторанчик. Сейчас заказали еще апероль и что еще? Сиденье апероля. Равиоли с рикоттой и шпинатом, сырная пицца и два апероля. Посмотрим, если этим наедимся, то хватит. Если нет, то закажем что-нибудь еще, просто здесь порции большие. Место туристическое, не знаю, будет ли здесь вкусно. Места, которые я нашла, они подальше находятся, но ноги гудят. Хочется где-нибудь упасть, уже поужинать. Ну да, мы здесь сели, потому что вид классный на Колизей. Да, вот видите, я затылком любуюсь. И потому что уже устали что-то искать. Вроде такое центровое место, а апероль здесь 6 евро. Дешевле, чем мы пили днем. И смотрите, какая красивая подача. По вкусу он немножко отличается, по-моему. Тот был более алкогольным, как мне показалось. Но это тоже хороший, холодненький. Сейчас мы узнаем, хорошо ли готовят в туристических местах. Ну, именно в этом месте узнаем. Это пицца 4 сыра. Ее сделали с томатным соусом. Как я выяснила, я люблю с томатным соусом. И я это выяснила только в Италии. А вот так подается равиоли. Посмотрите, сколько соуса. Да, равиоли утопает в соусе. Смотрите, какая пицца. Сыр тянется, все классно. Тесто тонкое. Пробуй. Меньше разговоров, больше еды. Горячая, да? Ай-яй-яй. Ну скажи, плохо делает? Вкусно, да? Так что, друзья, не везде в туристических местах готовят плохо. Ну, пиццу, по крайней мере, точно. Светик это подтвердила. Мне кажется, все итальянцы вкусно готовят пиццу. Это у них в крови. Я попробовал равиоли, и они почему-то не горячие. Теплые, я не знаю, так должно быть или нет. Ну, на вкус нормально. Не сказать, что прям взрыв мозга. Но есть можно. Вот мне интересно мнение, как у Света. Я бы дал 4 из 5, наверное. Да? 4. Даже я бы их сейчас отдал, чтобы их разогрели. 4 из 5. Потому что какие-то они не подогретые. Не, ну пицца вкусная. Горячая. А взрыва мозга нет. Но она очень вкусная все равно. То есть достойно сделано, очень, очень вкусно. Да, не жалко денег. Mm-hmm. Но это не взрыв мозга, как вот мы в первый вечер ели. Сыра много. В общем, ребят, мы посидели, все вышло на 32 евро. 2 евро, естественно, взяли за обслуживание. Так, монетку забрал какую-то. 2 евро забрал. А, за обслуживание, наверное. Вот, 32 евро. Еда на 30 и 2 евро обслуживания. Конечно, это не взрыв мозга, надо быть честными. Но еда не ужасная. Как бы просто поели с красивым видом. Самое главное здесь вид. В общем, у нас на этом все. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Были на канале Вечное Лето. Шлю вам всем огромный привет из Рима. Желаем каждому из вас здесь побывать. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии, подписывайтесь на наш канал, заходите в наш круг ВКонтакте, в наш Инстаграм. И в следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока.